Часики тикают, от криптоатаки, как и от вируса, электрической газеткой не прикрыться. Макдеев воззвал к горожанам в четком соответствии со своей стратегией. Уныло и бессодержательно. Расим Хазиев вскрыл грязные секреты нарушителей противовирусного режима. Война за порогом. Мы все защищаем свой мир от коронавируса. Для рядового участника это война мечты. Главное, отсидись в окопе родного дома. Не выходи, не шляйся, не распространяй. Но есть те, кто не может отсидеться в стенах своего замка. Те, кто вынужден сражаться. Те, кто героически возглавляет штабы, разрабатывает планы и успокаивает волнение. Полевые командиры биологической войны, мэры городов Татарстана, скромные полубоги всенародного выживания. Полковник Мершин, мы про Ильсура, командует столичным сопротивлением. Он незаметен, но, видимо, эффективен. У победы над вирусом в Казани сотни отцов. Город же обороняет армия чиновников всех рангов, в первую очередь республиканских. Ильсур Раисович не растерялся. Он создал и свой городской штаб, и совет вирусологов при нем, и такую фабрику медицинской мысли. Фабрика рекламных материалов Ильсура Мершина, она же электрическая газета «Бизнес онлайн», мыслью, увы, не блещет. На фоне страха и экономической катастрофы пиарщики городского главы выдают граничащие с идиотизмом релизы о том, что шеф занял второе место в каком-то там рейтинге мэров, уступив лишь Собянину. Это отличная новость для разгара войны, но грядет пора раздавать гречку с машин, а не деньги газетам. Мершину трудно вдвойне, он переживает еще и криптоатаку подлых федеральных телеграм-каналов, от чего-то не разделивших любовь мэра к дорогим часам. От криптоатаки, как и от вируса, электрической газеткой не прикрыться. Мы же все помним, что термин «криптоатака» придумали как раз пиарщики мэра, придумали от собственного бессилия победить телеграм. Искренне желаем всем казанцам не болеть, а Ильсуру Раисовичу побед на всех фронтах. Майор Макдеев, глава Челнинского гарнизона, блещет военной прямотой. Макдеев блистал ей всегда, еще в довоенную эпоху. Он ничего не боится. Ни наезда КамАЗа, ни смерти в городе малого бизнеса. Чума сама закрыла наливайки и игровые салоны. Умные не пойдут, а дураки пусть помирают. Макдеев воззвал к горожанам в четком соответствии со своей стратегией. Уныло и бессодержательно. Говорил долго, но не сказал ничего. Необходимо в плане сохранения самого главного – жизни и здоровья всех, без исключения челнинцев. Ярчайшим ходом майора Макдеева было желание отгородиться. В 90-е Челны были столицей борьбы за отделение Татарстана. В 20-х годах нового века блокпосты едва не отделили Челны от всей остальной республики. Конечно, очевидно, что при виде хорошо экипированного бойца вирус умрет от страха и в город не проникнет. Наш любимец, мудрый капитан Нижнекамск Айдар Раисович, взял свое дисциплиной. Под руководством Айдара Мершина Нефтехимград отличился в лучшую сторону. Рекордный индекс самоизоляции в первые дни карантина. Тут очевидно, что наложились два фактора. И эффективная работа мэрии, и экология. В Нижнекамске ведь как? Чем меньше из дому выходишь, тем меньше тебе нужны таблица Менделеева и справочник «Внутренние болезни». Атмосфера к прогулкам никогда не располагала. Всегда сиди дома, здоровее будешь. Лейтенант Нагуманов, руководитель Альметьевской роты биологической защиты, на этой войне проявил себя истинным бойцом. Первым ходил в учебную атаку, первым вышел на ежедневную прямую связь с жителями. И даже видос с похожими на пришельцев дезинфекторами выложил первым. Фишка альметьевского главы Тимура Нагуманова – ежедневные прямые эфиры в Инстаграм. Очевиден психотерапевтический эффект. У людей безделие и паника. Они очень хотят, чтобы с ними поговорили и успокоили. Живой человек тут куда полезнее, чем блокпост на въезде в город. Здесь-то лейтенант Нагуманов и проявил себя с наилучшей стороны. Даст бог, дорастет до полковника. Зеленодольск, которым, как известно, явно руководит Михаил Афанасьев, а тайно Расим Хазиев познал все тонкости. Как борьбы с заразой, так и грязные секретики тех, кто пытается нарушать противовирусный режим. Сижу на въезде в город возле РКБ. ГАИ останавливает машины, проверяя справки. Наши люди умные,
заезжает на заправку ТАИФ-НК и с той стороны объезжает пост ДПС. Мимо Расима вирус не проскочит, мы в этом не сомневаемся. Генерал всей этой армии, президент Татарстана Рустам Миниханов демонстрирует сплав спокойствия и энергичности. Миниханов успевает и к детям на онлайн-урок, и на реальный завод открыть стратегическое производство. Накануне главком явил соратникам свой образ в костюме полной биологической защиты. Костюм был желтым. Ну а каким еще может быть костюм народного лидера? И знаете, как-то сразу стало спокойнее. Ведь все мы соратники президента на этой бактериологической войне. Разные периоды были в нашей истории. И англичане под город подкопы рыли, и литвины. Все вынесло Казань. Победим и эту заразу коронавирусную. Бес булдырабыс.